Всем привет, с вами Александр. Сегодня первое число. Всех с наступившим Новым годом поздравляю. 29 числа вышел мод Эпилог, который продолжает оригинальную игру Зов Припяти. То есть непосредственно после того, как эвакуационный вертолет улетает, происходит выброс и он падает. Все, кто был на этом вертолете, погибают. Остается в живых только стрелок. Так, мы возле упавшего вертолета. Слышим радиопередачу. Припять полностью блокирована. Связи с кашпот 1 нет. Повторяю, связи с кашпот 1 нет. Если остались выжившие, двигайтесь в бар. Экипаж орел 15, прием. Получаем задание пробиться в бар. Только мы успели покинуть восточную часть Припяти, как жахнул внеплановый выброс. Наш эвакуационный вертолет разбился. Дягтярев, Ковальский, Соколов, остальные члены экипажа погибли при крушении. В живых остался лишь один я. Снова один. И в центре Припяти. Кругом полно зомби и сектантов. Класс. Давайте пробиваться в бар. Так, у нас есть пистолет, уже хорошо. Основное задание пробиться в бар, то что, я думаю, нет смысла здесь пока геройствовать, тем более из оружия только пистолет. Противники появились на мини-карте. 9 штук. Ага. 10. Попробую что-нибудь сделать с пистолетом. Хотя, думаю, вряд ли получится. Бежать. Бежать. Так, товарищ. Есть. Пока никого не вижу. Отлично. Дробовик уже неплохо. Не ругаемся. Так, этого поели зомби. Нам на руку. Заберем оружие. Пока никого не вижу. Так, стреляют. Откуда-то сзади. Ага. На. Отлично, вал. В оригинале человек сидел на крыше. Сейчас посмотрим.
Так, иди сюда, Гаусс-пушка. Попробуем пройти через подземный переход. Так, 5 на миникарте. Так, еще где-то один остался. Ага, вижу. Так, похоже, где-то контролер. Нет, сначала болта этих. И пойдем дальше. Ну, с оружием пока недостатка не вижу. Так, выбросим лишнее. Идем дальше. Нужно еще разобраться с контролером. Это не контролер. Так, на миникарте один противник. Еще бы выяснить, где он. Уже 2, 3, 4. Но они не хотят меня стрелять. Да, определенно игра сломалась. Так, подождите. Отлично. Бежим к переходу. Они определенно не хотят воевать со мной.
Говорят, у Сахарова новые детекторы есть, которые об аномалиях не только сигналом сообщают, но и на экране их показывают. Вот бы заметить такую чудо-штуковину. Будем иметь в виду. Посмотрим, что на следующей локации. Так, там кто-то есть. И фонит здесь сильно. Кто-то с кем-то воюет. Нужно убегать отсюда, потому что фон не слабый, антирадин. Выброшу лишнее. Так, на этом, думаю, достаточно для первого взгляда. Не знаю, буду проходить мод или нет. Может быть, какой-нибудь другой. Если вам понравилось, напишите об этом. Если нет, тоже напишите. С вами был Александр. Всем спасибо. Всем пока.